Впервые в своей истории президента России выбирали жители Крыма. Это около 1,5 миллионов граждан, имеющих право голоса. 18 марта для крымчан дата особенная. Именно в этот день, 4 года назад, полуостров вошел в состав нашего государства. В честь этого события во всех городах страны прошли праздничные концерты-митинги. Не исключением стали и Чебоксары. Крымская весна вновь пришла в Чебоксары. На площади республики собрались сотни горожан, чтобы сказать: мы вместе, мы едины. Студенты, работники организаций и предприятий, политики и деятели культуры. Для многих из них участие в митинге концерта 18 марта стало уже традицией. Крым наш, это все наши русские люди, это все наше. Каждый год ходишь на митинг? Да, мне это очень нравится. Поддержать наш Крым в воссоединении. Что для вас значит эта дата? Ну, что Россия стала дружной, больше стала размерами. Воссоединение с Крымом — это тоже историческое важное событие. Ну, я не знаю, может быть, я лично от себя говорю, но это очень важно. Воссоединение, чтобы показать, что нам это не безразлично и очень важно. Праздник, это же Крым наш был, потом почему-то отсоединился, сейчас обратно вернулся к нам, наша земля. Я считаю, что это хорошая дата, и мы должны ее отмечать. Но это первый год, который я хожу, но мне кажется, и крымчанам самим отрадно будет смотреть то, что каждый город их поддерживает, и то, что рад, то, что мы воссоединились. Для каждого россиянина полуостров – это не просто субъект в составе федерации. Екатерина II, адмирал Нахимов, матрос Петр Кошка, 25-я стрелковая дивизия. Россия, Крым и Севастополь связаны общей историей. Что вы неравнодушные, инициативные люди, с одной стороны, а с другой стороны, у вас сердца горячие, и в ваших душах заложены патриотические чувства. Когда мы вместе, когда мы едины, это дает синергетический эффект, дает неиссякаемую энергию на добрые созидательные дела. Чувашия в числе первых поддержала желание Крыма войти в состав России. Сейчас между двумя регионами налажено тесное сотрудничество, и оно будет только расширяться. Татьяна Леонтьева, Борис Андреев, Республика.